Привет, я Бенджамин. Привет. Ты любишь обниматься? Что, прости? Ничего, я просто пошутил. А, да, начнем сначала. Я уже знаю, чем это закончится. Примем меры предосторожности. Эй. 10 дел. 10 дел, которые мы совершим до разрыва. Первое – это жаркий поцелуй в такси. Второе – прочесть Sunday Times в постели. Третье – серфинг. Прогулка по безлюдному пляжу. Поссориться. Обняться и заплакать. Поцеловаться и помириться. Пожениться и завести детей. Я ношу твоего ребенка, а у меня уже есть 2 детей. Кажется, у меня паническая атака. Мы совсем не знаем друг друга. Ты инфантильнее большинства мужчин. Это так. Вы общаетесь с детьми? Это Олис и Люк. Девочки нравятся? Не выношу. Прискорбно. А то я знаю, где полно милашек. Ты вскружила мне голову, и я хочу, чтобы ты полюбила меня. Ты уже все решила, хотя вы знакомы всего 3 месяца? Ты точно этого хочешь? Простите, Бенджамин Конвей здесь живет? А вы знакомы? Мы друзья. Он кое-что у меня забыл. Я не знаю, что правда, а что ты выдумал. И что, все? Ты хочешь попрощаться? Да. А я не хочу. Это все, о чем я мечтал. И как ты поступишь? Я не знаю, как нам поступить.